У старика и старухи был котеночек черноухой. Черноухой и белощекой, белобрюхой и чернобокой. Стали думать старик со старухой, подрастает наш черноухой. Мы вскормили, его и вспоили, только дать ему имя забыли. Назовем черноухого Тучей. Пусть он будет большой и могучий, выше дерева, больше дома, пусть мурлычет он громче грома. Нет, сказала, подумав старуха, туча легче гусиного пуха, гонит ветер огромные тучи, собирает их в серые кучи, свищет ветер протяжно и звонко. Не назвать ли нам ветром котенка? Нет, старухи старик отвечает, ветер только деревья качает, а стена остается в покое. Не назвать ли котенка стеною? Старику отвечает старуха, ты лишился на старости слуха. Вот прислушайся вместе со мною. Слышишь, мышка скребет за стеною. Точит дерево мышка-воришка. Не назвать ли нам кошку мышка? Нет, старуха, старик отвечает, кошка мышку со шкуркой съедает. Значит, кошка сильнее немножко. Не назвать ли нам кошку кошка? И назвали мы кошку кошка. Жили-были три охотника. Двое жили голые. А третий все мать родила. У охотников было три ружья, но два ружья были вот не заряжены. А в третьем заряда не было. Вот собрались они на охоту. Пошли они далеко-далеко. А потом еще дальше. Застрелили они трех зайцев. Но двух зайцев упустили. А третий от них убежал. Положили они его в карман голым охотникам. Ага. И опять пошли в путь дороженьку. Идут. Видят, дом стоит. Ай-яй-яй, смотри, трубы-то ведь нету. Ну, нету. Крыши нету. Нету. Окон нету. Нету. Дверей нету. А зато стен совсем не бывало. Три охотника постучали в двери, тук-тук-тук. А хозяина не было дома. Выглянул он из окошка и спрашивает, кто там, чего надо? Будь добрый, говорят охотники, дайте нам горшок зайца сварить, который от нас убежал. А, пожалуйста, ребятки, говорит хозяин, вот вам три горшка, выбирайте. Два разбиты, а у третьего дна нет. Ну, взяли охотники зайца, который убежал. Ага. Сварили его в горшке без дна. Ага. И отлично поужинали. Двое легли спать на пустое брюхо. А третий не сол нахлебавший. Вот и все.